мой видеоблог номер 311. Поехали, мои дорогие. 311. До Нового года осталось 11 дней, мои дорогие. Все. Поехали, мои дорогие. Поехали, мои дорогие. Так, вот, чайник уже вскипел, отлично. Ага. Так, все, называем так вот. Раз. Два. Три. Все, окей. Пачки хлеб. У меня снова кофе пополнил, золотая подписка, да. Ой, батюшки, нет, нам сейчас вынести мусор сегодня. И положить новый. Так, все. Алло. Привет, со вкус скажу. А, так я в этой ванне вылилась. Не ругайся, мам. Поняла. Да, я поняла, я уже собрала там. Ну, я уже собрала ее, да. Вот, собрала. Да, я вот собрала. Сейчас видеоблог я снимаю. Новый. Да. Ну, расскажи, пожалуйста. Мам, расскажи, пожалуйста. Да, смотрю, да. Ага. Да, смотрю, гладь. Связь какая. Да, связь какая, скажи, женщину убили.
Ага, точно. Да. Сейчас буду кушать, сейчас все сажусь. Я просто мыла долго. А, я хочу сейчас макароны поесть потом. Не надо. О, сухим, сухом палаца. Вот Аня, сухим, без палаца. Да. И карту покушала. Да. Половина карты нет. Да. О, а тут еще хлебушек лежит, я его, наверное, сейчас обогрею и открою и подогрею. Да. Хорошо, поняла. А, хорошо, спасибо. Кулаки на отправили в этот. Больницу, вот, у меня все осталось. Ну ладно. Так, пока реклама идет, можно сделать нечто. Да что ж такое сидит у меня? Алло, да? Я просто видела Кулагина в больницу отправили. Да. Ага. О, Господи, я пенсию включила на телефоне, и телефон звонит поставить. Ну, да. Ну, что, я вам музыку кушаю. Хорошо, пока, до связи. Вот. 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 Вот.
видно. Вышла и везет. Я ищу сама, что мне делать завтра, а завтра Новый год. Белая зима, началась недавно, вышла и ведет. Я ищу сама, помню дело ясно, а завтра Новый год. Белая зима, началась недавно, вышла и ведет. Я иду сама. Блин, ну что ж такое-то? Ладно, Лех, ты просто снова зарвался. Лех, ты хлеб не готов. Лёха, не тёха. Лёха, не тёха. Ладно, Настя, попробуй давай.
Николай Матов. Так, ну. Так. Облади погода, облади погода, облади погода. Облади погода, облади погода, так. Не надо.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
До Нового года осталось 11 дней. Йо. Так, пока главное включить на Новый год. Двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Стоп.
25, 26, 27. Все. У нас нормально погружается. О, я придумала. Я покупаю куплю, точно. На Новый год покупать. Thank you.
Ой, вообще.
Я бы из газет снова буду делать там вот такие, вот такие, вот такие, вот такие, вот такие, вот такие, 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 вот такие, вот такие, 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 вот такие, вот такие, вот такие газеты, вот такие, вот такие, такие, такие. И вот такие. А, да, а плачу. О, 15, вот 15.2, ёк пасы. Надо опять делать мне ключи. Мам, я села внезапно. Звукла и несёт. Я ищу сама. Что мне делать завтра? А завтра Новый год. Не думай его, что не делится. Только взлёт и всех зажжёт, чем души. Что совет у метелицы? Любить, любить, любить. Моя зима. Я сегодня ушла и не тя. Я ищу сама, но мне делать завтра, а завтра Новый год. Белая зима.
Белая зима, у нас тело бежатно, Мусло и ничего. Я ищу сама, что мне делать завтра, а завтра Новый год. Ой, мы все остановили. Все. Ой, что я наделал, ты дёк спас. Ой, я же видеоблог веду, ёпте. Белая зима, началась недавно, вызвал ее год, идет.
Ой, это на палочку паять, ёпсы. Чего? Часовое видео почти? Да ладно. А видео, видео. Часовое видео. Ну, вон там один змей. Вот, я вчера так проснулся интересненько. Вот теперь. Уже завтра будет ровно 10 дней до Нового года можно обойтись. Да. Сегодня до Нового года осталось 11 дней. Ура! Зимбабве. Весуа дилась новость, весуа новостна, зимой лето скорняя, зеленая была, зимой лето скорняя, зеленая была, весенья села песенку, зеленая кабальбай. Мороз не помнил, кутывал, смотри, не замерзай. Мороз не помнил, кутывал, смотри, не замерзай. Трусишка, зайка, сеянки, под елочкой скакал. Порою лоб, сердитый лоб, высокую побегал. Порою лоб, сердитый лоб, сону пробивал. Чуть не по лету часому на пологом пяти. Лошадка махна ногая, дороги сапиши. Лошадка махна ногая, дороги сапиши. Бежала так от дровянки, а дровян мужичок. Убила нашу дровочку по самый корешок. Ой, убила нашу дровочку по самый корешок. И сидела она,
ладно. И много-много радости летит ко мне не шла. Маленькой ёлочке холодно зимой, и звезду ёлочку взяли мы домой. Обозы повесили, взяли хоровод, весело-весело встретим Новый год. Сколько на ёлочке шариков сынных, розовых пряников, шишистых золотых, розовых пряников, шишистых золотых. Сколько под ёлочкой маленьких ребят, топают, топают, весело кричат, топают, топают, весело кричат. Бусы повесили, встали в хоровод, весело, весело, встретим Новый год. Так, пошли в падик, так, пошли в падик мусор выносить, пошли выносить мусор в падик, всё. Все, пошли выносить мусор в падик. Так, включат свет, все, включат свет. Так, ой, надо на кухне свет погасить, погасят свет, все. Так, ага, поняла. Ну, отлично, потом подгоняйте календарик и открыть. Ну и открыть, короче, на работу. Я думаю, это самый лучший фонарь. Ну да, ну. Ой, это для Оли, скажем, ну да. А, да, если... Блин, подписчики, если у меня хватит камеры, я вам покажу, как он мне подарок подает. Ой, каникул, походу. Сумерки. Ой, бачки. Нет. Вот это у меня замок. Всё. Пошли домой. Пошли домой. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зелёная была. Ты лепила песню, так что ёлочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Все снег полежал, сейчас ему потолок стыкнет. Ой. Кулагин потёй. Так, ладно, ох. Вот. Уже, вот уже новогодний ёлочка стоит. Вот новогодний ёлочка стоит. Вот. Вот такие шоколадки. Вот такие. Всем советую такие шоколадки. 1065 называется. Шоколадки. Так. Вот такие уже. Это уже к Новому году. Все. Это вот символ года 2022 года. Это и Дедушка Мороз стоит. Дедушка Мороз стоит, а еще стоит этот. Ой, да что ж такое? Ты что, я облокачусь? Не облокачусь. Да, я знаю, Точно. В лесу родилась... Ой, теперь можно спеть. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была, зимой и летом стройная, зеленая была. Метель не пела песенку, ты елочка бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Трусишка, зайка, серенький, под ёлочкой скакал. Барою волк сердитый, волк красою пробегал. Барою волк сердитый, волк красою пробегал.
чуть не по лесу частому. Так, на лес показываем. Показываем на лес. На лес показываем. Так, чуть не по лесу частому. Под полосом скрипит лошадка. Ой, где тут показать лошадку? Ой, точно, давай сейчас. Лошадь, иди сюда. Лошадь, иди сюда. Что такое? Лошадь, иди сюда. Лошадка, махна ногайка, торопится, бежит. Лошадка, сама ногая, торопится, бежит. Ведет лошадка бревенки, а в бревнях мужичок. Так, где мужичок-то? Мужичок, иди сюда. Мужичок, иди сюда. Так, давай сюда. Да что ж такое? Так, все. А в бревнях мужичок срубила нашу елочку под самый корешок. Срубила нашу елочку под самый корешок. Все. Сейчас, давай. И вот она. Ой, сейчас. И вот она, наядная, на праздник нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. И много-много радости детишкам принесла. Ура! Так, все. Завершаемся, да? Так. О, а давай-ка на символ года завершим. Идите сюда, малыши. Давайте. Видео. Лошадка, вставай. Лошадка, вставай. Идет, ой. Ой, пачки свет. Что такое? Я вчера так. А, да, хотел показать, что же мне подарили. Слушай, можно подбить. Вот мне такой красивый пакетик подарил. Вот мне такой красивый подарочек подарили. Вот такой мне подарочек. Красивый подарочек мне подарили. Пакетик праздник. Так, сейчас подаем, да? Опушки. Отложим тогда подарочный пакетик. Вот такой. Вот такой красивый подарок мне подарили. Вот такой красивый подарок мне подарила моя подружка из Корнякова. Так. Весит он 501 грамм. 501 грамм он весит. Так, до 20.03.2022. Понятно? Вот такой красивый подарочек. Все, отлично. Такой красивый подарочек. Все. А, да, еще я сделал новогодний подарок для своей еще одной подружки Юли Плохотиной. Вот такой красивый подарочек сделала. Опа.
Вот такой красивый открытый я сделала. Вот такой. Ну, а сзади ничего пока не украшено. Ну, ладно. Все. Так, все. А видео, видео. Закрываем видео. Видео, видео. Закрываем видео. А, да, забыл вам показать. Новогодний олень. Вернись, лесой олень, в свою страну оленью. Веди меня, олень, в свою страну оленью. О, все. Опачки. Вот. Также я вам покажу. Вот, смотрите. Я купила Аленушки. Аленушки, пеленушки. Я надеюсь, на этом, на предыдущем видео. Ага. Я надеюсь, у меня будет 190 подписчиков до Нового года. А если не будет, то я хочу, что в новом 2020 году у меня подписчики появились новые. Так, все, поехали. Аленочки, пеленки, пеленочки, аленки. Завершаемся на аленках. Всем пока, с вами Нина Ильина. До встречи на следующем видеовлоге номер 313. 313. Пора хвастать. Всем пока, пока.